Строительная компания «ОРС» предлагает услуги по ремонту квартир, балконов, офисов и иных помещений. Гарантия на выполненные работы. Заключение договора. Телефоны в Самаре 277-19-39, 8-927-72-72-818. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение. Опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226-65-66, добавочный 304. В офис требуется администратор. Зарплата до 37 тысяч рублей. Телефон в Самаре 8-917-164-18-08. Организации требуется охранник-администратор. Графики работы 5 через 2, 2 через 2. Зарплата 25 тысяч рублей плюс премии. Телефон в Самаре 231-26-42. На работу требуется вахтер, зарплата 16 тысяч рублей, сотрудник на склад, зарплата 26 тысяч рублей. Рассмотрим пенсионеров. Телефон в Самаре 8-927-740-78-53. Требуется комплектовщик товара. Оплата ежедневная 1340 рублей за смену. Различные графики работы 2 через 2, 3 через 3, дневные и ночные смены. Телефоны в Самаре 8-927-765-19-64, 8-917-105-78-50. В офис требуется вахтер. График работы 2 через 2 или 3 через 3 дня с 9 часов утра до 18.00. Зарплата 22 тысячи рублей. Рассмотрим пенсионеров. Телефон в Самаре 8-987-44-79-303. Требуется менеджер по подбору персонала. Пятидневная рабочая неделя. Зарплата 27 тысяч рублей. Работа с центрами занятости и коммерческими организациями. Знание компьютера и опыт приветствуются. Телефон в Самаре 231-22-67. Продается однокомнатная квартира общей площадью 32 квадратных метра. Комната 18 квадратных метров. Кухня 6,5 квадратных метров. Санузел совмещенный. Есть балкон. Четвертый этаж пятиэтажного кирпичного дома на проспекте Карла Маркса. Цена 1 800 000 рублей. Телефон в Самаре 8-927-754-75-93. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается двухэтажный коттедж площадью 135 квадратных метров с черновой отделкой в коттеджном поселке Студенцы, СХИ. Участок более 6,5 соток. Есть охрана, свет, газ, вода, слив, срубовая баня. Документы готовы для продажи. Телефоны в Самаре 8-927-201-52-83, 8-927-766-94-72. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается или меняется на квартиру в Самаре жилой кирпичный дом площадью 48 квадратных метров в селе Красный Яр, поселок Городцовка. Дом со всеми удобствами, есть баня и хозблок. Участок 12 соток с плодово-ягодными насаждениями. Телефон в Самаре 8-927-002-71-71.
Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров. Свет – летняя вода. Цена – 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333 30 81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227 55 62. ООО «Ареал Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932 22 12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272 37 57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210 230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2 11 54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2 22 15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98 34 01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2 12 68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3 30 61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2 15 70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226 65 66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.